Рад вас снова видеть на канале Хитсад ТВ. И очередная интересная тема. Альпинарий и ракарий на дачах в парках встречаются довольно часто. Эти слова постоянно на слуху. А вот про рутарий вы, может быть, совсем не слышали. Так что же это за ландшафтная новинка? Рутарий – это своеобразная композиция, которую обычно делают из различных коряк, пней и корней деревьев, имеющих необычные формы. Название произошло от английского слова root – корень. Создание, обработка, содержание такой композиции – дело затратное и трудоемкое. Но если вы все-таки хотите видеть на своем участке рутарий, советую обратить внимание на соответствующую категорию на сайте hitsad.ru. В ассортименте несколько видов кресел, по форме напоминающих вырубленный в мощных корнях деревьев сказочный трон. Стилизованные столы. Множество кашпо в форме стволов и бревнышек. Садовые лавочки. Поверхность моделей точно повторяет текстуру натурального рутария. Фигуры изготовлены из стеклопластика и, в отличие от дерева, не подвержены гниению, плесневению, воздействию влаги, высоких и низких температур. Рутарий от интернет-магазина Хитсад – это не только удачное приобретение садового декора, но и очень хороший подарок человеку, интересующемуся ландшафтным дизайном.